Вы уже немножко узнали о этом автомобиле и что вы будете потом с ним делать, когда его... Это далеко не список проекций, друзья. Есть еще очень много всего, что можно там сделать. И, кстати, сегодня, когда мы скинем эту черную вуаль, у вас будет возможность не просто пофантазировать на тему, что можно сделать в автомобиле, а можно будет туда сесть, посмотреть, потрогать и даже записаться на тест-драйв. Сегодня легко. Затестить, так сказать. Затестить. Малышку. Так. Давай отправим уже всех играть в X-Game. Идите и получать X-карты. На квест. На квест. Идите вы на квест, друзья. И, пожалуйста, займите первое место. И, пожалуйста, получите суперпризы. Еще раз напоминаю, здесь команда оранжевых, здесь команда белых, здесь команда черных. Конверты, конверты. Ну что, у нас есть конверты? Извините, пожалуйста. Команды. Куда вы пошли? Это был фальстарт. Смотри, нам нужно с тобой определить самого альфа-доминирующего члена команды. То бишь капитана. То бишь капитана. Где у нас команда оранжевых? Вот. Кто у нас тут самый доминирующий? Вы. Давайте. Отлично. Хорошо, Александр. Как вас зовут? Александр. Александр, я вам просто так секретный... Андрюх, можешь подержать секундочку, да? Я вам просто так секретный конверт не дам. Александр, вы чем занимаетесь вообще? Занимаетесь спортом? Каким? Боксом. Все, вопросов нет, друзья. Тут боксер. Давайте поаплодируем своему капитану команды. Держите, пожалуйста, боксер. Еще раз, да, все запомнили. Это капитан оранжевой команды. Все увидели, он вот, в красной куртке. Да, условное имя, рука медали у него будет. Стоп, подождите, не вскрывайте камер. Давайте будем наравне со всеми. Вскроем одновременно. Команда черная. Где у нас черные? Черные. Где у нас черные? Пришло время выбрать президента компании. Кто мечтал быть президентом компании в свою жизнь? Есть возможность. Отлично, как вас зовут? Сергей, чем занимаетесь? Жизнью. Жизнью. А свобода жизни, время? Тоже. Окей. Жизнь. Мне кажется, Сергей, он биолог, занимается жизнью, клеточкой. Он бог. Он занимается жизнью. Смотрите, у нас есть капитан и есть бог. Сергей, держите, это ваш секретный пакет, скрывай только по команде. Да, по команде, по команде. Но если вы занимаетесь жизнью, вы знаете, что внутри все равно. Команда белых, поднимите руки! Ну что, Борис Молоков, у вас надо выбрать самого яркого и самого быстрого. В чем сила, брат? В чем сила, брат? Давай узнаем, брат, в чем сила? Сила в правой. Сила в правой. Как зовут тебя, брат? Борис. Брат Борис. Борис, чем ты занимаешься? Работаю и спортом. А работа какая у тебя? И спортом каким? Отличный водитель. Личный водитель? Отличный водитель. Отличный личный водитель. И приличный. А спорт какой? Всем по чуть-чуть специально. Всем по чуть-чуть. Немножко шахмат, да, то есть кто? Где-то плавание там. География. Точная гимнастика. Так, на конечке вот это. Да. 540. Фигурное катание. Да. Я понял. Да нет, серьезно, Борис, наверняка жмешь от груди там. Конечно. Сколько жмешь? Килограмм 400 жмет, может, не больше. 400 жмет. Конечно. Да. Он, знаешь, как жмет? Он двумя руками жмет, он телефон звонит, он одной рукой разговаривает, другой продолжает жарить. Держи, Борис. Итак, я предлагаю... Не открывай, Габир. Давай, Артур, знаешь, как сделать? Запустим в игру. Просто будем считать от 5 до 0 все вместе. И как только будет 0, а я скажу, поехали. Давай. Ты же всегда мечтал это сказать. Давай. Как Юрий Гагарин. Давайте, все вместе. 5, 4, 4. 3, 2, 1. Вскрывай дверь!